Привет, ребята! На обзоре сегодня спиннербейт от компании Johnson. Называется Beetle Spin. Эта приманка сочетает в себе преимущества вращающейся блесны с вращающимся лепестком и джиг приманки. Соответственно, классическая джиг-головка с силиконовой приманкой. Все это объединяет пространственная рама. Конструкция такова, что нижняя часть имеет защелку. Джиг-головка снимается. Соответственно, можно поставить другую джиг-головку другого веса, либо офсетный крючок снарядить живой рыбкой, также джиг-головку. Что нам дает такая конструкция? Во-первых, отличная проходимость в густо заросших водорослями местах. Пространственная рама ориентирована во время проводки так, что джиг-головка находится снизу, лепесток сверху, и своей рамой приманка отбивается от водорослей, коряк, а благодаря подвижности джиг-головки на паузах приманка подыгрывает, также на потяжках и рывочках оживляется игра приманки за счет подвижности джиг-головки. Крючок довольно острый, хорошего качества. Выпускается приманка в двух вариантах. 7,3 грамма. В комплекте идут две силиконовые приманки. Представляют собой плоский низ и рифленый верх с двумя хвостиками. Более 30 рассветок имитируют личинок, выползок, насекомых. Присутствуют как естественные рассветки, так и агрессивные, кислотные, яркие, оранжевые, красные, желтые комбинации цветов, дуальные, двойные рассветки. Силикон довольно прочный, крепкий. Выдерживает большое количество поклевок. Сейчас я вам продемонстрирую игру приманки. Базовая проводка, естественно, равномерная. Но также производитель рекомендует, надо будет зимой попробовать, вертикальный джиггинг. Джиг-головка строго благодаря весу ориентирована вниз, а лепесток на раме придает дополнительные блики, привлекающие хищника. Летом прекрасно привлекает окуня, щуку, судака. Достаточно равномерные проводки, хотя возможны и потяжки, и джигование. Стоит отметить довольно небольшую цену приманки от 30 до 45 рублей в зависимости от расцветки. Отличная цена, учитывая то, что приманки применяются в сильно заросших, закоряженных местах. Соответственно, потеря приманки не ударяет по кошельку.
за счет такой конкурентной цены. Ну и к тому же возможно использование отдельно джиг-головки без рамы, либо в комплексе использование вместе с лепестком и рамой как спиннербейт. Хорошая приманка, небольшая цена, рекомендую. Обзор подготовлен по заказу F-магазин.